Гуманитарное, решение гуманитарных вопросов лежит в одной плоскости, а решение политических и правовых вопросов в другой плоскости. Угу. Если ты говоришь о гуманитарном решении проблемы, то, в общем-то, проблема решается достаточно просто. Мы предлагаем, это старая проститутка Европа вместе с мировым сообществом, мы предлагаем армянам вернуться в Карабахский, обратите внимание, Карабахский регион Азербайджана. Угу. Вот, Азербайджан гарантирует их, так сказать, безбедное и достойное существование. Как гарантирует Азербайджан, вообще турки, безбедное и достойное существование иных наций в своем государстве, мы уже знаем на опыте последних, как минимум 500-600 лет. Но это дает возможность Европе говорить о том, что мы этот вопрос решили. Вот мы предлагаем армянам вернуться в Азербайджан, в Карабахский регион Азербайджана. Здесь важно то, что именно идет формулировка азербайджанской стороны, Карабахский регион Азербайджана, где им будут обеспечены все условия для нормальной жизни. Но о том, как они будут обеспечиваться, я уже говорил, мы уже знаем. Но Европа умывает руки. Мы гарантируем, но армяне не захотели возвращаться. А те армяне, которые вернутся, просто это будет значить, если вдруг они захотят вернуться, это будет значить просто агония, растянутая во времени. Потому что турки Азербайджана всеми возможными и невозможными, общепринятыми и совершенно уже дикими способами будут стараться выдавить армян из Карабаха, уже из Арцаха. Я уже говорил, что, в общем-то, возвращение армян возможно в республику Арцах. Я сам хоть и не Арцах, из по рождению с радостью туда поеду. Но в Карабахский регион Азербайджана никто возвращаться не будет. Но, упирая на правовое, на гуманитарное решение вопроса, я повторяю, Европа тем самым умывает руки. Армяне сами не захотели возвращаться, мы ни при чем.